Сухая трава не только легко воспламеняется, но и таит в себе другую угрозу – клещей. Эти паразиты открыли полноценную охоту на жителей Прибайкалья. В регионе зафиксировано 118 обращений по поводу укусов. Исследовано на инфекции 75 паразитов. Из них 7 оказались заражены боррелиозом, 4 – другими болезнями. Наиболее активны сейчас клещи в Иркутском, Усольском, Черемховском, Боханском, Шельховском и Слюдянском районах. Параллельно с началом сезона укусов кровососущих в регионе продолжается и вакцинация против вирусного энцефалита, который передают членистоногие. За 3 с лишним месяца в Иркутской области прививку уже сделали 13 872 человека. Кстати, закончить процесс иммунизации необходимо за 2 недели до предполагаемого выхода в зону активности клещей.